госпитализированному певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. По данным канала, у артиста закупорилась легочная артерия. Он находится в среднетяжелом состоянии. Помимо этого, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность, а также Носков страдает от дисбактериоза кишечника. 8 мая стало известно, что Николаю Носкову назначили более серьезную терапию из-за болей в конечностях. Медики также посоветовали ему разрабатывать проблемные части тела перед зеркалом. Артист жаловался на боли в правой руке и ноге. Его также мучили кашель и слабость. 7 лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.